Так. Я смотрю, у нас уже картинка пошла. Да. Че ты вздыхаешь, Диан? Че ты вздыхаешь? Сейчас дырка в полигон в окошках. Так это у тебя на рабочем столе такая. Господи, дай мне сесть уже. Что мои наушники спят? Господи, садись, кто тебе не дает. Ай. В общем, всем привет. Кто нас сейчас тут смотрит? В общем, решили мы давным-давно с Дианой устроить вот такую небольшую наркоманию. Сам-то наркомания. Микрофончик. Смотри, не съешь. А то я тебе сейчас пачку печенек принесу. Опа-на, у меня микрофон, не палимся. Диана, ну хватит уже. Господи. Я вообще-то чат читаю. Чат читают. Да-да-да, сейчас чат читают. В обычном. Так, ну что? Будем проходить сейчас на... На чем мы будем проходить сейчас? Не знаю, сколько мы эпизодов сейчас пройдем, но мы это дело будем играть на движке Doom Legacy. Потому что это, блин, единственная возможность играть в Херетика на одном экране. Я тут-то, походу, не в теме. Запускай давай. Ну и понятно. Так, ну что, вы скажите, как нас там будет? Слышно, не слышно? Пожеванный микрофоном пользуемся. Да. Самый главный поедатель микрофонов. Самый главный поедатель микрофонов. Ах, ну что, собственно говоря, про игру тут, собственно, сказать-то и нечего. Так, монстр съест, так мы считаем, оп. Ультра-вайленс, черт с ним. Откуда расложите выстрел? Почти самый сложный. А чё, не самый сложный? Потому что там фаерболы летят быстрее хотя бы. Хочешь на Найтмэре? Ну давай на Найтмэре. Давай, будем по хардкору. Я не против, сейчас заодно посмотрим, как джойстик у нас у меня будет работать, а то я... Во. Так. Ну, знакомьтесь. Вот, собственно, пожалуйста, херетики. Два штука. Кстати, у Doom Legacy такая еще неприятная штука наблюдается, что лайфбар получается только у моей сестры, которая на экране выше. Равно как и отображение инвентаря. У меня тоже есть здоровье, в общем-то, но оно не отображается. Так что, вот, как видите, придется играть с таким хандикапом. Еще на джойстике. А, музыку тише сделать и говорить. Ай, господи. Ай. Ты, блин. Так. На саунд. Ну, теперь тебе вообще, думаю, нечего практически слышать. Так. Ну, урубай с паузы. Там жаба на паузе стоит. Так, ну, в общем, еще раз говорю, что... У Doom Legacy есть такая пренеприятная вещь. Когда ты через него играешь в Херетика, полоска здоровья отображается только на верхнем экране. То есть у Дианы. А я сижу себе как лох, думаю, сколько у меня там здоровья. Да, и инвентарь тоже не виден. Так. Аккуратнее, а то зашибешь своим рокет-лончером. На. Подожди, нам сюда сначала надо. И тык-тык-тык, тыц-тыц-тыц. Вы тут всякие. Сейчас я вас тюкалкой грохну. Тюкалкой. Мне это слово нравится, блин. Тюкалкой.
А теперь вы зацените курочку. Я когда тут курицы насмерть заклевали. Такая была гиблская смерть. Да. Так. Блин, прелесть. Блин, прелесть, я уже так. Я даже никогда чат читать. Фактически. Я думаю, тут там много уже чего понаписали. Сразу говорю, мы сидим с одного компа. Я куда вас? Так. А ну по. Так, а ну. Ну, блин, чё ты я пока прикрою. Где, ну подожди, ты на паузу не поставила. Около мене. Короче, ты. Ай, ты экстремал, цой, держи, минус 3-4. Ты хотел сказать надеждем. Не, Айдар, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Жизни показывают, как ни странно, с верхнего экрана. А если ру с нижнего и смотрю, сколько у нее там здоровья осталось. И все такое. У нас тут еще немного пожманка, но я смотрю. По крайней мере, с окошка стрима. Ну, ладно, включай обратно. Дай микрофон настрой. Эй. Блин, а, я ж верну. Великий настраиватель микрофонов. Так, чё? Вроде как надо... Надо... Сюда. О, ты уже Кощея привалила? Не, не Кощея. По-моему, тут всегда Кощей был. Лёха, это ж Найтмэр. Диан, да ладно, на Найтмэре все монстры появляются. Так, чё, мне выходить с уровня или как? Ну, да, но я заходила, не выходила. Ну, в смысле, заходила, не выходила? Ну, я нажала, оно не открывается. А, ну... Ой, я поэтому... Дашулю сменил. Дашборд, Михалыч говорит, сменил. Как-то чуть хуже слышно, чем тебе. Хм. Кого тут фигово слышно? Да мне тоже интересно, может Зус. Может игру до сих пор громче слышит, чем все остальное. Так, подземелья. А. Которые тут, в принципе, и не особо похожи на подземелья, ну. Быстро ты его завалила. Мне нечего сказать. Это напоминает на что-нибудь менее патроножрущее. Да не, ну это слышно будет. Эх, здорово. Мне интересно, сколько мы эпизодов сумеем осилить за... Ну, по мне голова болит. Да, я поставил, кстати, Field of View на 120, но там спрайты корёжить начинают не по-детски. Вообще куда-то попал. Если поставить на 90, вот как сейчас, то все нормально. Как ни странно, все нормально. Эли Голас, юху! Дайте стрелы. Стрелы, дайте! Ой. Смотри, тут еще появился. Кучка статуй, которых нафаршировали плохим душком. Сейчас я уже какой-то упоротый смотрю. Ха, упоротый... А, это... Не знаю. Я за ним отдаю, да? Опуха. Так называемый йоба-фейс. Упоротый смайлик. А, ключик. Ключик-черик. Ключик, чик-чик-чирик-чирик-чирик, давай, берись. Так, что у меня в инвентаре? Ядрёна? Ну не офигенная, просто она... А куда моя летучка делась? А я без понятия, честно говоря, вроде ты как даже не умирала, может её... Сперли. Даже тут сперли, что-то умудрились. Вообще где? У меня такое ощущение, будто, блин, между уровнями таможня работает, знаешь? А. Драконья клешня! Мама. Так, ну, можешь находить выход отсюда, я не знаю, я пока дверь открою. Во. Пью. Так. Я...
Михалыч говорит, что он 5 эпизодов 8 часов проходил. Хотя я подозреваю, что это, разумеется, с сейвами все. И в одиночку. Ну, да, относительно быстро, но проходили. Нам пришлось, правда, пару уровней скипануть. Думаю, мы и на этот раз кое-что скипадем. Блин, мне шестая карта на этом эпизоде не очень нравится. Где там того кощей? А, он там в тупичке был. Ап-ап-ап-ап-ап. Я Майкл Джексон с луны. Ап-ап-ап-ап. А, это я, походу. Или... Не-не-не-не. Пью. Мама дорогая. Сколько у вас еще тут? Это осторожно. О, забодало. У меня книжка вот активирована. А. Книжка. Ой, на ну воды! Да. Ага. На волю! В помпасы! Валим. Так. Что там у нас дальше? Надо дальше в зеленую дверку идти. Ага. А что, у тебя зеленый ключ есть? Да вроде как прикарманили зеленый ключ уже. Сейчас проверим. Раз уж так не видно, сейчас проверим. Пиу. Вот, видишь, я же говорил, что взял. Я же говорил. Так, ребят, я точно кошмар выбрал. Ой. Хиленький рыцарчик. Бегает по подворотням. Зря он это сделал. Очень даже зря. Йоху, у меня ключ. Да, у меня как бы тоже. Так, ладно, ползем дальше. Наверное, заканчиваем этот уровень, читаем чат. Потому что, блин... Ха. Так, а ну-ка, делей какой. Так, ну только прошла уровень. 4,5 часа на 3 эпизода основной компании Big Shadow Separate Riders. Вот так. Ну так. Сердце таких изначально запих. Ага, это скины. Мужик, это скины. Я сейчас тебе даже покажу. Вот это я попытался портануть из Mega Man 8 Bit Deathmatch. А это я перевел. Так, надо и. Во, нормально. А этот я перевел с думовского, потому что, блин, на херечке висит другая палитра, и Doom Legacy считывает скины исключительно с этой палитрой. А вот, собственно, главный герой этой игры, который должен был тут появиться. Мужик в колготках и простыне. И с какой-то костылем ходит. С костылем. Костыльвания. Блин, так. Пожалуйста. Красный. Ага. Ну, да и, ну и вот это я. Я крутой снеговик спецназовец с автоматом, вернее, играю за него. Слышь, ты угарный. Угарный. Да, газ. Угарный. Ты угарный газ. Господи. Реально надо было Марио с Соником сделать. Вейдер говорит. Впрочем, снеговики девочка это более оригинально и не менее упорото. Угарный, почему ты снеговик? Давай. Я хотел Юмитаро из гиммика сначала воспользоваться, но когда понял, что он почему-то, по каким-то непонятным науке причинам, не идет вместе со скином Роу, то пришлось гонять по старинке за этого чудо-юда. Стим Ролл предлагает, надо было Билла и Лэнса из контры. Говорит, надо было Билла и Лэнса из контры. Думаю, такой-то один из последних. Да, это третий.
Слушай, мы его проходили, не? Да проходили, но потом что-то мы на нем застряли, по-моему. Не, я имел в виду, до финиша прямо добегали. Ой. Ну да, ребятки. Это фактически то, чем эти ваши Call of Duty отличаются от вот таких вот старинных шутеров. Полным отсутствием лабиринтов. Кстати, это Nightmare. У меня от удара фаерболом всего одна жизнь. Ха, подожди. Может, я не тот уровень сложности вообще поставил. Two player. Ха. Ладно, сейчас, наверное, перезапустим. Nightmare. Щито. А что бы было, если бы ты поставил на уровень попроще? Да думаю то же самое. А ну-ка поставим на... Ставь на Nightmare, люблю это слово. Кошмарит, кошмарит. Так, ну чё, мы теперь опять с тюкалками. Лёха, вот... мать твою! Пушки такие были, а ты мне опять тюкалку оставил. Да, Диана, я себе тоже оставил, так что мы квиты. Так что мы квиты. А я там тут при чём? Ну ладно, хотя бы ни разу не померли, это радует. Знаешь, как тут мы долго бегали. Взад вперед в поисках оружия. Ой, 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 ой. Так, быстро, быстро, быстро. Ой. Ладно, почитерим. Вот так, прыжками. Так, сейчас. Блин, эту горгулью тут сраную не видно. А, молодца. Со здоровья. Молоко коровье дает здоровье. Хватай молоко. Так, Диана, тут лук есть. Хоть почувствовать себя леголазом? Давай! Честно, давай. Не очень. Надо же! С Кощеем! С тюкалки! Вы шутите! Да. Лёха, я на вот тот шлем с толкалкой пошла. И завалила, да. Затолкала насмерть. Да. С неуязвимостью. Нет, без неуязвимости на него ходила. А. Затолкала. Правда, с пятой попытки. Ну вот. Ну затолкала. Ну что ж, пока мы ни разу не сдохли. Ну, что радует, потому что... Ага. Потому что в прошлый раз, когда мы пытались в эту игру пройти... Там было столько смертей, столько даев. Так, а ну-ну-ну. Кощей поганый. О боже. О боже. Вау. Сколько тут всего. И даже кольцо, блин, всевластия, мать его, есть. Так, мне бы. Ты помнишь, что я сморознула, когда нашла ой, факел? Ой, да. А, слушай, я тут нашла факел с яйцами. Короче, ставили рядом вот такие бонусы, факел и яйцо, и я так вас сморознула. Факел с яйцами. Вроде как... Какой мы уровень? Третий эпизод тогда проходили? Да не помню. Так, кнопочка так, уже нажата. Сейчас я кого-то... Мне практически что не видно. Инвентарь не переключай. Боже. Так. Так. А, на тебе. А чё тут? А где тут? Диан, ты... Ты же на кислоте стоишь. А, я думал, мне что-то ссать пушки нужно. Ой, да ладно. Так, походу, каким-то рычажком дверь надо открыть. Я помню. А ну, тыц. Так, пушку вижу. Сейчас... А, туда с разгона и кият. Ну, на тебе.
Слушай, какого черта у меня клином пилировал? А я без понятия, ты, может, на shift случайно зажала? Потому что я там тебе shift поставил на использование предметов инвентаря. Не, ну он так и не ну ты что? Так, а ну-ка, аккуратнее, я сейчас телепортанусь. Пиу. Феникс, книжечка. А тебе телепортанусь, я отойди. А-а-а! Блин. Вот чё так... Ну вот вы, кажется, первый раз на этом уровне подохли, или какой там, энный. Когда я телепроганул Диану, или Диана телепроганула меня, я не помню. Тык. Я яйку сперла. А, вот еще тут кто летает. А я уже такой на чат заглянулся. Тыц, тыц, тыц. Ну. Ю. А ну, кыш от меня. Мушкара, блин. Ой, я тоже царь-пушку нашел. Правда, я не уверен, смогу ли я сейчас воспользоваться факелом, потому что... Стой. А не, а не. Так, а ну. А зачем дубль это два. Попало, если у меня там... Короче, видишь меня? Ай. У нее занос, как у троллейбуса зимой. Занос, как у троллейбуса зимой, да. А сейчас? И еще в этом порту она прыгает, как в Call of Duty. На пару сантиметров. Да. Или, по крайней мере, по ощущениям, 1.5 сантиметра, я не знаю. Так, с какой телепорта надо вообще заходить? А, не-не-не-не. Секундочку. Пойду затолкаю кого-то. Так, чё тут у нас? А у нас... Дальше? У нас тут бомбасы. Секундочку, вроде тут как должны были быть какие-то приключатели. А, да, там приключатели. Ага. Я один открыла, а второй... Иди сюда! Иди сюда! Слы, ты это поаккуратнее. Походу у меня полное здоровье. Что все непременно радует. Не, мне кажется, мы такие этот уровень скипанули. А сейчас я их превращу, если подойдет в порез. И мне домушки. Первые потери, Диана. Поздравляю. 50 здоровья заглушили. Нет, вернее, сначала было 0 здоровья, потом 50. Так, стоп, У меня уже кратковременная память работает просто на всю. При запоминании карт. Господи, что ж ты... Так. Какие у нас есть ключики? Желтый. Так, ну желтый это понятно. А как, что теперь делать с этим самым? А, вот же проход для этого самого. Да. До Кощеев. На тебе. На тебе. А там уже никого нет. И. Рога. Рогам. Я поставлю на хаос девайс, мало чего. Потому что если я под себя бомбу поставлю, будет немножко печально. Я требую царь-пушку. Царям надо царь-пушка. Погодь, может, мне кажется, у меня зеленый ключ. Так, стоп, где эта хрень? О! Так, а чё там, кто там? А там невидимые рыцарики бегают, прыгают. Спокойной ночи, Диан. Принеси с собой на следующий стрим подушку. Так, щит надо. Ай, блин. Подожди, это... Мне
надо. Так, а ну-ка я проверю сейчас. Мне щит надо. Взял. Выпустите! Забуду попугаем! Попугаем, попугаем, не переживай. Только давай выход сначала найдем из этой дыры. Я помню, мы тут еще надолго застряли. Я требую твою пушку. Пока наконец-то не это самое. А ну, стой. Мне благополучно свернули этот уровень. Так. А почему именно херетик? Потому что Диане херетик, как ни странно, больше нравится, чем Дум. Намного. Да. Слушай. Шо? Это шо этот? Сангвиник? Или как его? Аналитик? Еретик. Херетик, а? Так. Его херетик. Тэц-тэрэц-тэрэц-тэц-тэ, как бы тоже. Ключик, который у меня уже, как ни странно, есть. Куда дальше? Ой, я куда-то... Костюм-юшники. Я там слышал какой-то дикий вопель. Ой, так, слушай, а чё тут? А, это... Тут дверка открывалась, ясно. Кататься. Любишь кататься, катись к чертовой матери. Сейчас. Так, она точно прижимает наверх или это платформа? Стой, там. А, пусти меня. Там переключатель есть. Я знаю, я знаю. Во, отпустил. Оно само поднимается. А, ты себя прибила. Это не Кощей тебя прибили, а ты себя. Так. Сторожевая башня. Полетели. Че? О, это... Этот уровень. Сейчас. Сейчас там такой замечательный живописный вид на... На речку откроется или на что там еще. Может быть, но по меркам тогдашних дней это было во. Так, во. Варежки, Диан, тебе варежки надо. Я только пушку нашла, что ты к своими варежками? Ой. Тем более у меня тут... Я еще Романа, что ли? Ну и пушкайся себе. А я тут сам пока... Аккуратненько, под линеечку. Не надо ж так. Эй, блин, чё же мне инвентарь не видно у бедолашного. Еще ни одной смерти мне желательно было бы подлечиться. У меня не... У меня вроде как лечилки есть. Даже неуязвимость есть. А мне хорошо. А, так, ладно, пока... Пока подовольствуемся тем, чем есть. Что есть. Тьфу. Мне пора покупать словарь по русскому языку, судя по всему. Тут толкалка есть. Толкалка руля. Диана, твоей толкалкой только фарш заготавливать из этих дебилов. А, молочек. Вместе мы их завалим, вместе мы их задушим. Кстати, тут это... Я клешню нашел. А, давно есть, нормально. Я думал, у тебя только тюкалка и лук. Во, ключ, царь-пушка, кажется. А, знаешь, что хочу сделать? А, стоп, у меня же все оружие есть, что это я? Я хочу царь-пушку с книгой смерти. Будет вообще бог пушка. Была царь пушка, стала бог пушка. Мне нужно найти. Бог отец. Мне нужно найти жертву. Так, че там. Че-то мы бесцельно болтаемся, надо пора уже желтую дверь искать. Вроде как она где-то внизу. Вернее, южнее, я точно не помню. Сейчас.
Так, не, это походу самая северная этничка. А, не, а не. Привет! Слушай, как-то мы заметно так сократили время. Да не час меньше на самом деле, но... Я уже и не помню на самом деле. Так, это чё мне дропнул? Нужен желтый ключ. А что, ты выйти захотела отсюда? Нет. Странно. Неудивительно. Так, а ну сейчас посмотрим, что это за фигня. А, зеленый ключ надо. Ты без вопросов, сейчас мы кого-нибудь найдем. Забыли Кощеев. Да. Вот так всегда в сказках. Чуть что. Берешь яйцо, кидаешь в Кощей, и он превращается в курицу. Ладно, пофиг, я чат почитаю. А, тут и читать особенно нечего. Слушай. Ай. Ивашка Простоквашки. Так. Нам еще один лайк поставили за этот самый. Хотя это не так существенно, знаете ли. Так, сейчас, куда нам? Куда мне, куда нам? А кто в сталкер играл? Эх. Диана, это у тебя извечный вопрос. Кто-то в сталкер играл? Я себе кореша ищу, не надо. Хочешь френдлист пополнить до 4000 человек? А, ну ладно. Ты так, уже... Опа-на, глянь! Вот вам и хваленый OpenGL. Молодцом. Так, кто-то сказал сталкер, ой, это Кент. Так. Лукард и Кент сказали. Уважаю, ребят, сталкер. Так, Кент! Где я, кто я? И куда мне идти я? А, это щит. Так. Не подбирается, значит у меня здоровья дофига и больше. Зеленый ключ, это хорошо. Примечательно, что они не нашли более лучшего места, чем заныкать его в бочке. Вернее, рядом с бочками. Я уже тут выпадаю с того, как ты выпадаешь. Так, че? Куда? Ура! Ура, уже выход. Ой, колдуны уже пошли. Это, по-моему, стрелял про динозавров или что-то в этом роде. Я честно говоря, ее в глаза не видел. Карниворс. Я вам дам унижение. Так, яйка. Тебе надо яйка. Так. Блин. Здрасте, ребята. И до свидания. А, блин, тут лестницу надо поднять.
За стрелок, блин. Ой, 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 ой. Тут такой голый ходит. Я думала, они ну, если грубо говорить, то это просто статуи, их одежда не подкрашенная. Там, если приглядеться, сапоги видно, по крайней мере. Я без понятия. Там трудно достаточно разобрать. Ладно, все, кроме сапог. Так. У нас уже чат потихоньку наполняется сообщениями, я смотрю. Так, а тут что? Кукушки выходят, блин. В часах на стене. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Эй, лови, эй, матюс. А чё так? Сплюнь. У нас тут, короче, петросянщина. Знаешь, что ты хотел? Наркомания. Два херетика. Один робот, другой снеговик. Так, чё бы... Любой непонятный ситуация в тупую заряжать не надо. Ха. Да, кстати. Так. Дверь. А, я тут не был. Я тут... не был. Господи. Не-не-не, я... Про то, что ко мне внезапно прилетела горгурья и начала шмалять. Опа. Опа, на... Пока не покушала эфирных стрел, во всяком случае. Так. Тагил! Ура! Так, а где желтые двери? Вот тут. Желтые двери. Ой, слушай, точно. Так. Тут уже кто-то нахулиганил. Ой, я хулигана нашел, прикинь. Фига себе, так ты хулиган? Так, я тоже, пожалуй, возьму зеленый ключ. И ты вон картон лестницу опустите. Тут, кстати, как раз рядышком видна зеленая дверь. Да знаю. Только, блин. Значит, ищем переключатели. На. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. На! О, отлично, у меня патроны вообще практически на все закончились. На царь пушку разве что еще так не сильно использовал, но... Во-первых, патроны на нее достаточно редки, по крайней мере в этом эпизоде. Во-вторых, оно все равно, блин, оружие ближнего боя больше как. Всеми под... Ай-яй-яй-яй. Все, куда? Где? Чито. Лук. А, вот, лестница уже есть. Отлично. Так, а что тут? А, тут Кощей. Да, дайте мне в окно выпасть по-моему. А, так, факел. Я воспользовался факелом, значит. Обычный факел, а не порубил. Факел тышный. Ну, ну, думаю, ты поняла, к чему я вел прикол. Факел Ю. Ага, во. Нате вам еще, нате вам, нате вам, нате вам. У меня бомба есть уже. Прелесть. О, на Феникса. Патрони, патрони. Нате, Кощей. Тыщ. Я Кощея грохнула. Еще раз грохаю. Ладно, у меня патронов. Да, не то, что у меня. Ой, боже. Ты кто мне так... Я царь пушку нашла. А, во. Летает. Кидается всякими соплями.
Диана, невидимость тут... Как зайцу стоп-сигнал. Да чё, у меня невидимость... А, ну да. Не, я вообще пытаюсь стрелку найти. А. Ну так сразу нажми на... Ой. Тут только что горгу... Тут Кощей с горгулей дерется походу. О, да. Это замечательное зрелище. Инфайтинг, инфайтинг, ребят. Дай мне. На. Что за... Да ты поаккуратнее, пускай... Они друг друга попытаются замочить. У меня потом ног просто не надо. И внезапно пытается пушка. Мне походу надо походить, подбирать патроны где-нибудь. Хоть где-нибудь. Опа-на. Привет. На тебе Кощейкина. Чё там? Ой, я куда-то гол. Походу на лестницу, с которой ты взошла сюда. Да. Уа! Стоп, а чё? А где? А как? А где этот хрен делся? Ну все, лежит теперь. Хрен. Хрен. Лежит хрен. И... Лежит хрен и, извините за выражение, не встает. О, смотрите, тут... Мне палят что-то. Паника. Глушим все, что видим. Прелесть, мы так долго сидим без чата, что у меня ваш монитор потух. Ну! Так. И походу у меня кончились патроны еще и до Феникса. Офигеть. Так. Я смотрю, что нового, разве что про Сталкер пишут. Так. Ну, я была тоже здесь, я еще беру Сэм. Микрофон, походу крутой самоне. Ребята, она в обнимку с микрофоном сидит. Чего подобного там? Ничего подобного. Но есть кое-что совершенно точного. Так, что ты там хотела? А, стоп, ты лимонад развела, да. Так. А, тебя спрашивают, ты опять тут грызешь микрофон сразу? Не обнимаю пока, он хорошенький. Я ему уже пятак покусала. Пятак она ему покусала. Я говорю, я его и так покусала, но пятак покусала, мне больше нравится. Нет, слышь, пятак, кончай хрюкать. Так, ладно. Что там у нас? Цитадель завершена. Половину первого эпизода прошли фактически, и мне кажется, пропустили одну карту секретную. Ну и фиг с ним. О, не, только не этот уровень. Му, О. Э? Я еще дебильнее. Я еще дебильнее знаю, вот это. Ну это вообще классика. Спартан Икс. Кунг-фу. Черт. Куда меня несет? Куда несет нас пятачком? Большой секрет. Сам ты пятачок, а? А они что, в остальных уровнях не упоротые, как бы, да? А, давай, так. Походу пора пускать хоть тяжелую артиллерию. Меня! А если
А, смотрите, у меня только тюкалка осталась. Вообще. На каче есть тюкалкой. Нормально. А, все. Так, я его с пушки завалил, кажется. Прелесть. Диана, ну тут прицеливание в основном идет по вертикали. Так что хотя бы так разберешься. Это что, надо иметь при себе зеленый ключ. Чтобы эта лестница поднялась, но мне кажется, что все-таки придется леталкой пользоваться. У тебя же леталка есть, не? О, блин. И что нам теперь делать? Ладно. Наверное, поищем. Тыц. Ой, боже, кто тебя мочит? Ха-ха-ха. Так. Я в далекое будущее. Эта штука, походу, лифт опускает. О, это место. Которое бегает, блин, всеми цветами радуги. А у меня просто челка. Может, потому что по логике разработчиков через них должен свет просачиваться, вернее, левел дизайнеров. На. Запихать нас против кощей, но... С эльфийской палочки. Так. О. Попался который. Огнем пулялся. Надо нарезать ключи сначала. Ай, черт, у меня козырёк запало. Лёха, у меня половина клавиатуры западает. Не, ну... Слушайте, скажите, и это Nightmare? Это первый эпизод, Диана, крепись. Да, думаю, хорошо, что я в анонсе не сказал о том, что «А мы будем проходить игру на Nightmare». Иначе бы пришел народ, сказал бы «И это чё, Nightmare?» Жестокое издевательство над глазами игроков и зрителей. Это где? Это что? Это про комнату вот эту, которая мигала? Ха, так. Что там дальше? Дальше мне, по-моему, надо идти. Дальше тут портал. Ага. С хаус-девайсом. И яйкой. Блин. Зачем я сюда пришел? Ну ладно. Хо. Не хокай. Так. А, ну ладно, нормально. Так, здоровье еще есть. Блин, я не понимаю, где это. Я нажимаю на кнопку и не понимаю, что именно открывается. Особенно звука у меня нет. Кошмары разные бывают, знаете. Для кого-то зрелище снеговика с винтовкой достаточно жуткое. Так что вполне себе Nightmare. Ну спасибо за теплые слова. Печаль, беда. Ну и хрен с ним. Пофигись, блин, 125 уровня. И... А, стоп, это? Ха. Понятно. Опа-на, иди сюда. Что? Что такое? Ну, я уже подозревал, что ты немножко заблудилась, тем более, что... Я же говорю, я не люблю этот уровень. А, разбейте голову. Вот сюда можно взобраться, круть. Да только узнал. Да, мне надо патрончики подобрать. Опа-на, а мы там не будем. Чарки, сразу стоим. Так, нам куда надо? Сюда никак не попасть. Так. Вот. А в Кваку Дюка Блад будете играть в кооперативном стриме?
Не знаю. Ясно. Зацените, гром гремит, собака воет, а кошак не хочет есть. Но меня, блин, беспокоит, когда этому придет конец. Что, у нас такой прям стрим ужасный. Да мало ли. Мало ли. Так, а на Good Game 29 человек нас смотрит. Это мало? Да, думаю, достаточно. Не то, что рекордно, но... Я думаю, знаю. Он намного больше, в принципе, но... Давай я тебе лучше жвачку принесу. Да нет. В принципе. Так, а чё за... А, ну... Дверь открывается с другой стороны, по всей видимости. Ну? И чё? Эй. Слушай, Диана, как ты зашла? А, лифт. Всё. О, леталка! Леталка, молодчик. Так, отлично. Главное теперь её не... У тебя есть зелёный ключ? Просто спросил. Боже, ой, боже, давай, давай, давай. Молочек, молочек, молочек. Блин, куда бежишь ты? Так, ну короче. Наверное, да, я тут пока патрончиков пособираю. Раз я все равно Кощей бессмертный практически. Здоровье полное. Вообще. Так, мне кажется, что это такая полетели? Очень очевидная секретка. Ща. Ну, лётай. Я не уверен, правда, что там у тебя... это ещё яйкой воспользовалась случайно. Ещё и книжкой. Офигеть. Ну, вроде в Кощее как раз. Зато мы, наконец-таки, пройдём этот уровень. Есть. А, стоп, а как я... Ну, а как я сюда? Открывай. Ну, тогда залётывай быстрее обратно, чё. Да я не знаю, где я туда там взялась. Не, не сюда, там закрыто. У тебя ж, блин, просто сверхчеловеческие скорости, чё ты? Ой. Да. Немного удручает. Так, а ну, у меня вроде как леталка должна была быть где-то. Я не уверен, что она у меня есть, но... А что у меня? Слушайте, к нам на кольцо. А мне тоже интересно. Так, стоп. А кто там опанул? Не? Или это... Не, кстати, птичка. Я там пролезла через какой-то портал. А было недавно, говорит, Лукард 43 человека насмотрела. Наверное, это до того момента, как мы пришли в комнату с зажигающими... С зажигающим светом. Я не знаю, Разработчикам этого уровня большой минус, твой дизайнер. Как я какого... Это ты где? Это выход на... Так, это что там? Должна быть эта кнопочка, да? Кольцо есть. Ну, кольцо это замечательно. А второе? Тут есть секретный ход. Походу секретка. Стой. Хм. А ну, вот видно. Я его посмотрю, так что...
Так, кнопочку F нажми, Follow of Moldov. Все. Так. Приказ говорит, в Блади и Реднике легко заблудиться, ну еще в Хексене. Еще или Койдер добавил. А вот если бы вы с вебками стримили, зрителей бы еще больше было. Ой-ой. Интересно, что это за проход? Стой, проход? Мне тоже, кстати, интересно. Так, стоп, где я? А, вот я шевелюсь. А, вот я бежу. Блин, где мне надо? Варежки! Варежки! Как мне до них добраться, ё? Сломанные. Это и есть проход, по-моему, сломанный. Тут была яйка. Я ее совершенно случайно под тупнику взял. Ой. Так. Эти женщины, эти наушники так давят. Более того, в них звука нет. Они там вообще практически подключены только микрофоном. Блин, что это? Переключи на маленькое здоровье, а то кольцо бессмертия. Так, стоп. А, вот он, вот он, это. Что-то не помогает. Угадай с трех раз почему. Так, секундочку. Тейтс. Что-то открылось. Отсюда. Ну и тут только арбалет. Арбалет, значит, надо искать по другим кнопелькам. Что там? Так, что там у нас еще есть? Что там у нас еще есть? Иди сюда, активирует лифт. Что там? Где? Да-да. Я вас не вижу. Диана, хватит стрелами разбраться, за ними у тебя не бесконечные. Я его и пробовал. Вот смотри. А, блин, я уже совсем в пакет потерял. Да. Немного трагичный момент. Мы лахи, ребята. Ребят, может кто-то знает, как войду пройти. Да. Вспомнила. А вдруг. Вспомнила. Что? Что я вспомнила? Вход потайной и арбалет с фишкой на гробу. Занятно. Так, занятно. И что там у нас теперь около зеленой дверки? Та-дам! Блин, ребята, вы гении. Запрятать. Запрятать поднималку лестницы в секретке. Это я. Лёха, я гений, более... только какого чёрта? Это я более-менее понимаю, но на первом эпизоде это делать, это, по-моему, признак дурного тона. Что? Как? Я находился, блин, в паре метров от тебя. Игра, не тупи. Короче, вперёд, сердце, брать заново всё оружие. Да. Так, а тут чё? Видно, что... Да, и придется еще по ключикам побегать. А в чате ничего интересного. В смысле, ничего нового. Надо было идти так, чтобы
А, во, слушай, ты. Привет. На Гоа, короче, тебе надо. О, это не секрет. Оказывается. Это очень даже себе. Какие-то проемчики. Теперь мне главное нашивку не надо. Я только... Так. Хотел спросить, я только бомбасы, но потом понял, блин, это же будет глупый вопрос. Фух, осилили. Впервые в жизни. Зато у меня один фраг. Шутка. Так. Они очередные подземелья, и всё. Короче, разминочки перед последним уровнем. Ну, и этот я помню. Ты хоть врёшь, врёшь. Я знаю, ты помнишь. Со льдом помню. Что? Со льдом. Я там не хочу, когда морда. Борда. Рищ, ты, борда, давай кошелек свой кожаный. А, не, я вспомнил это. Я еще поехал туда плечо. Ну вот, это говорил. Ой, сейчас затолкаю к черту. Тебе бомба надо? Забирай быстро. Нафига? Один штука. Стой, ты выложишь 8. А, ну ты ж умерла, блин. А, стоп. Ты их вроде подбирала, куда они делись? И тут важно. Ладно, вот тебе еще 8 бомб и желтый ключ. А я пока, наверное, вазу схвачу. На, Диан, давай. Эй. Да вон он там, видишь, бомба. Там лифт. О, видишь? Бачишь, он там бимба. Хоть на черта лысого, бритого. И еще Дольче Габбана. Ага. Со мной же шок просто связывается. Это опасная ролл. Как опасный поцик, только ролл. Ай, мать, давилки. Не люблю давилки. Ладно. Тут хотя бы одна, не несколько подряд. Книжку. Книжку. Так. А я тут тем временем стрелами чертяку затолкал. И, кстати, куда делась моя леталка? Я не знаю, мне честно говоря. Каким образом пропадают айтемы? Там, походу, таможня работает. Хотя у нас все ключи отбирают, что логично, да? Хорошо, хоть до оружия не докапывается. Что немного странно, но... Да. Не докапывается. Ё-моё. Ё-моё. Где же? Мне кажется, что это надо искать именно в... Да, мне кажется, что надо искать именно в интерьере всего этого дела. Не, не в интерьере, просто нужно... Ахахаха. Ой, сейчас. А, вот ты где. Привет. На!
На. Я еще бомбу взял. Зачем-то? Чё там? А, вот кто. Меня пытался тут заклевать. Прошла через пропасть, не знаю. На. У меня зеленый ключ, Варя. Стоп, где у тебя зеленый ключ? Я тоже хочу зеленый ключ. Я думал, ты мне ты показала. Или ты одновременно показала и выстрелила, да. Че тут? О, смотрите, я секретку нашел. Достаточно тупую, но секретку. Или нет? А, да, смотри, тут еще колечко есть. Колечко на память, колечко. То есть дальше от первого эпизода мы не пройдем. Ладно, я тогда буду тише мотивироваться, чтобы не было. Так, а чё это? Да, балкон трейд. Это дождь. Оооо! Говорит, мотивация нормально, я еще со вчерашнего бугермена не отошел. Да блин. Здоровье все. Блин, походу кислота я. Ну. Проходит. Гляньте, какие тут расписные граффити на стене из крови. Так, стоп, вы что-то притодвигалось. Так, стоп. Может это зависит от этого переключателя все. Да, я Торбос. Я не спидранер, я Торбос. Я хочу пожариться в секретках, тем более, что я до этого пора, мне кажется, ни одной не знаю. Так, ну чё? А будут катать на лифте или нет? Наверное, нет. Блядь. Вот блядь. Что, у меня две леталки? Две леталки. Так, ну-ка, я залезу в телефон, тут будет ничего хорошего есть. Так, зеленая дверь. Еще одна давилка. Гаргулья. Синий ключ. Вот, точно. Синий ключ. И как раз Кощей подвернулся. Ой, ну да, смотри, я точно 33% секреток дошел. Так, у нас потихоньку покидает народ, я смотрю. У нас тогда стримы скучные. Да. А может им надо
на работу завтра мылиться. Я без понятия. Так, босс. А вот это фигня. Вот это фигня, ой, мала, да. Как напьешь, так чемодан без ручка. И нести ложку и выкинуть тарелку. Так. А его реально так называют? Кощей? Не, я просто не помню его официального названия. Я помню, что вот на этом уровне боссы будут башки. Бошки, шо ж ты везде неправильное ударение твою мать скажешь? И у меня одна здоровинка. Бошкирия. Бошкирия. Ой, боже. Нет. Да. Это мы его так Кощей называем, потому что он Кощей. Смертный. Непонятные трусы. Так, походу... Фух, не телефрагмы. У меня не телефрагмы. Yes. Только там, по-моему, надо было переключателем тыкнуть. И... так, куда это будет? Первый уровень, на котором я сдохну. Вейдер предлагает, чтобы вы рассказали анекдот. Ага. У баба была собака, он ее любил, она села кусок мяса, но не любил. Да. Ой, я книжкой воспользовался. И я первый раз умер. На боссе. Практически. Где босс, скажите? Блин, я не знаю, скоро ли он выскочит вообще. И дайте мне людскую куколку. А, по-моему, тут людская дюкалка только вот это. На данный момент. Эх, я вообще стихал. Аккуратно. Дюкалка! О, рога, отлично. А, вот, смотри. Смотри, кто тут. Тусуется. А где? Да вон, видишь, нижняя часть экрана. Она... Блин. Меня грохнуло. Зашибезно, конечно, играть без звука. А что тут трава такая взрывоопасная? Я без понятия. Взрывоопасная трава. Трава взрывоопасная, да. Вообще. Это что-то... Тагил! На-те-н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 а-те-
Я её мы такие злые. О, грохнуло? Да. Ядро, картон! Стоп, там точно было две башки на ультравайолете. Это бы, походу... Вот тебе, блин, и хваленый кошмар. Мне кажется, оно все-таки скилл пониже выбирает. Да. Чего тут у нас? А у нас тут дофига и больше патрончиков. Здоровья. Короче, я наверное, пошел гусить колдунов. Та-тан-тан. Тар-тар-тар-тар. Я звук игры слышу, говорит какой-то. Ну, в том-то и дело, что ты слышишь о мне. У меня такое ощущение, будто мне придется эти мешки с газом выпихивать. А это мешки с газом, вон так пусты. Да. По крайней мере, они так в файлах игры и называются. Что мне это больше какие-то кошачьи клочья шерсти похожи. Клочья шерсти, блин, вот как. А, так, еще один упал. Ой, боже, 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 боже. Не надо. Эту песню, Любочка, не надо. А, спасите! Убивают! А, спасите, убивают! Сейчас я вас тюкалки все грохну. Ну нафиг. Кто-то на джойстике, что ли, играет? Звук такой. Ну... Лёха на джойстике, я на джойстике.
Да, ну, впрочем, Джой, по-моему, слышно куда меньше. Да, Клава так надо попить. Да. Правда, она еще не то, что прям времен царя Гороха. Ну, 10 лет клавиатуры. Так, ну чё, ты полетишь? У меня клавиатура в полном расцвете сил. Слушай, я использовала кольцо, а ну... Не показывай. Так, ты, давай уже, блин. Говори мне, что... Уже всё. Да ужас не в смысле звука, а в смысле неудобства. Ну, я не знаю, честно говоря, в Херетика можно еще нормально тракторить так вот на джойстике. Вот Quake уже посложнее. Чай, беда, куда дальше? Там должен был проход открыть. По теории. Куда? В никуда. На второй эпизод, блин. Продолжение следует. А, молочек. Так. С разрушением железных личей и их... Что там? Помощников. Последний из восставших из мертвых, очищенный с этого... Это доме существования. Сражаемся. Да, походу. Удивил. Эти создания должны были прийти откуда-то, впрочем. И у вас возникает подозрение. У тебя возникает подозрение, что огненный портал из Хелсмо. Блин, я не знаю, что такое Мо. До сих пор. Сколько лет играю. Так, открывается. Откроется их дом. Произведи. О, блин. Отлично, еще даже переводить текст попутно не могу. Нет, не быть мне... Переводчиком. Ну да. А микрофон вкусный? Типа Ашуркова или Гаврилова. Так, ну что. Теперь по-настоящему повышаем сложность. Ну да. Ну зачем мне микрофон? Голову, блин, потирать. Ты шизец. Так. Сейчас будет точно от, ребята. Сейчас будет точно от. А в Квейке один коп есть? Слушайте, а удобно микрофоном голову чесать? Не, Стиморол, там не море, а мав. Через W. Так, а в Квейке первом коп есть? Я не уверен. Десматч точно есть. Про коп я забыл давно. Так, ну что? Шап. О, отлично. За мобилу. Секретарь-референт. Секретарь-референт. Ой, ядрён картон, мать вашу, блин. Что? Во-первых, у нас мошка летает, во-вторых, сиди, секунду, позови. Ух, позови срочно надо. Блин. Вот что значит пригласить сестру на стрим. Она сразу же забывает про все свои домашние дела. А пипец. О, отлично, Стрэнджер не смог прийти, хотя он... У него, походу, комп слетел. Он очень хотел прийти на стрим, но по иронии судьбы. Да. Накрылся. Рекламную паузу. Угу. Здравствуйте, ребята! Мы начинаем нашу передачу «Спроси у Всезнамуса». Я... Профессор Всезнамус, я готов ответить на любой ваш вопрос. Что мне еще такого, блин, в его духе закатать? Начинаем нашу передачу. Куячу на дачу. Это запись была или нет? А, нет, это я попытался его так спародировать. Бедный Всезнамус. Не, Диан, я не тебя пародирую, я тут... Что-что?
Говорит, хорошо, что не меня. Царь доволен. Царь доволен. Царь! Ладно, вот он, короче, рекламная пауза. Раньше... Раньше я не любил кушать я не любил кушать бульон. За это баба всегда била меня ложкой по голове. Галина Бланка, любовь с первой ложки. Эпичная фразочка, Дрон Картон. Ребята, спасибо. Эпичная фразочка, Дрон Картон. Так, картоним дальше. И до старалась, придумывала. И до победного. Думаю, аддон не будем проходить, потому что... В смысле, мы еще... А сколько тут где-то там? Ну, осталось пройти два эпизода. Ну, вообще, в каждом эпизоде 8 уровней и один секретный, если ты еще не в курсе. Ты хочешь сказать, что мы будем проходить... Ну, Санта-Клауса ты прошла, думаю, так что и это осилим. Тем более, что вместе на этот раз играем, а не ты поделаешь. Не, ну Санта-Клаус... First run'ом. Не, ну каждый раз это где-то уже 50 баррелов, но тем не менее. Ой, боже, дракон вылез. Думаю, дракон-оборотень, ребята, ходит на своих двоих и дышит огнём. Я думал, это говномонстр. Говномонстр. Говномонстр и вредный крэмпочек. Не, я серьезно, они так и называются, говняные прихвостни. Third Minions, вашу маму. Они тут влезли? Не, ну миньоны в смысле прихвостни, да. А, я еще пройду. Да, чё тут? Рукавички. Так. А вот во что играете? Это мод для Дума или отдельная игра? Уху. Ну, как сказать, отдельная игра, но на движке Дума. Если ты еще не слыхал про Херетика, то, я не знаю, много потерял, мало, но что-то потерял. Короче, есть такая компания, думаю, ты слышал, Raven Software. И она через некоторое время после выхода Дума попросила у идовцев а позвольте нам лицензировать ваш движок, мы на нем игру классно забабахаем. Ну, взяли и забабахали. Я вижу выход. У нее даже есть куча отличий от Дума. Не особо таких значительных. Но тем не менее. Есть инвентарь. Да, есть возможность смотреть вверх-вниз, которым мы сейчас не пользуемся. А что так можно? Да, так можно. А вообще во всех портах Дума, вот таких вот современных, так можно. Но для олдскульности процесса я не буду это делать. Кстати, да и я пособираю здоровечко потом. Если он соберется. У меня не собирается. И у меня зеленого ключа нет, походу. Ага. А, привет, дракон. Пока, дракон. Еретик же, ты что? А, я с еретиком не знаком, говорит. Ладно, бывает. Лавовые ямы. Это, по-моему, тот самый... за родину матушку! Блин, вообще ужас. Куда я влезла? Зачем? Нормально. Это лава больше из неосновной, но какой-то блевотину ветряночную похоже. Так, только, кстати, учти, тут платформы опускаются. Только Марио, ходить, Марио! Только ходить по лаве. It's me! Марио! Блин, и меня нападают! Кстати, этот Люк говорил, что сюда можно, в принципе, хоть Марио со Шреддером вставлять. Да, я, впрочем, как уже сказал раньше, попытался сюда вставить Юмитаро, который из гиммика. Он вроде как вставился, но Ролл после... Но Ролл в его присутствии отказывалась показываться. Чё-то. Дум Легаси вообще немного глючноватый ход, но вот за сплитскрин я его уважаю. Блин, я ещё не знаю. Такой вот консоль стайл. Так, а что тут? Ой. Ай. Подожди, а там еще можно было спуститься. Так. Так, желтый ключ,
Нахер, желтый ключ. Я не знаю. Вроде как даже не у меня. Там надо, по-моему, опуститься под водопад или пойти. Не, под водопаде я была. Ну, у меня тогда точно желтого ключа нет. Извини, я тебе ничего не могу. Кроме как самому, блин, пойти и найти его. Так иди, ищи! Что ты мне тут? А, слушай, я нашел. Так, а что тут? А ты оттуда не выйдешь. Фак. Ну ладно. Победитель по жизни. Собственно, персона. Ну что ж, придется принять живительного. Вернее, воскрешающего, скорее. Так, ну вот, вот. Вот тут ключик вроде как лежит. О. Тут еще так можно подняться. По платформу. Мне это нравится. Только вот, блин. Хары меня жарить. Так, стоп. А SOF это собственно говоря, кто? Я уже забыл расшифровку, кажется, или я просто о броне не знал. Так, а тут рядышком Кощей, смотри. Да Сталина этих Кощеев нет. Какого Сталина? Добрый Никите и по делам ему. Я начинаю сомневаться в твоей истинной национальности. Будь мужиком, жри шавок. Будь корейцем. Это я к этому вел. Так, а что тут у нас? Ай, блин, а у меня... Тебе патроны надо к этому самому. Забирай. Я практически все забрал. Это только одна осталась. Кругляшка. Слушай, я начинаю сомневаться в твоей национальности. Все забрал, мне какой-то кулачок поставил. О боже, только не говори мне, что я жив. Ну ты же сказал, что я кореец. Я истинный жид никогда бы не сказал, что ты кореянка. Он бы просто сказал, да что вы такое говорите? Терпи! Так, блин, надо опять разгребать арсенал. Ой, блин, куда? Так, тут, кажется, еще здоровье было где-то. Наки! Мам. У меня вселился кабальный дьявол. Наки! Ёпсь! Хавай, ничего. Я карту копала. В чате ещё... Чёрт, Soldiers of Fortune, блин, вот... Я про него я вроде как достаточно много слышал, но так ни разу и не поиграл. Soldiers of Fortune. Так. Опа-на! Слушай. Что у нас так... там за алкаши подобными бывали? Да хоря раздолбали! Говорит, война пришла уже. Ну, в чем-то он прав, знаешь, у нас тут... У нас тут уже такая интенсивная война. Что за фигня? Ребята, сейчас будет смертельный номер. Лёха, иди сюда, боже, что там такое? Короче, объясняю ситуацию. У нас во дворе куча собак живет, ну... Бездомных.
Не, короски, домашний. И чаще домашний. Всего это шавки. Тут один далматинец и два йоркшира. И, по-моему, они все до кучи там сцепились. Ха-ха-ха. Ух ты, здорово. Дворняжеская битва практически не дворняжеских собак, а. У тебя есть зеленый ключик? Зеленый ключик. Если у Буратино был золотой ключик, нет, то кто тогда я после этого всего? Так, стоп, а... Есть? Так, огненные речки. Эй, эй. Да, тут нам придется порезать пару кружочков, а то и пару десятков. Эй, эй. Серьезно, эти гады с саблями, это практически эквиваленты пинки из Дума. Вот могут убивать только вблизи, да. И требует под себя только три выстрела из шотгана. С очень близкого расстояния. То есть в данном случае лука. Она так ничего не напоминает. Ну это понятно. Не могу. У меня тут своего рода шит. Да я про вот это. А, я тут как раз ключик откопал. И зеленую дверь. Молодцом, а если я у тебя приключений откопал. Диан, ты случайно не медвежатник? Давай доставай свои отмычки, мы будем зеленую дверь ломать. Ща, кет! Кет! Мама дорогая. Не, не помогу. А вот и зеленый двер. Так. Походу придется опять по лестничке перелететь. Блин, хотела использовать лечилку, использовала тетрадку. Ну да, ну да. Перевязывать раны своим конспектом по хваталке, блин. Или твоими экзаменационными билетами. Так. Придется. На стриме не напоминай мне о моих экзаменах. Вот так вот походить, вот так вот походить. Кольцо! О! Желтая дверь! Чё? А я там вон. А где? Ой. Я хотел взять клешню, но походу у меня что-то навигация сбилась. Еще раз. Желтый ключ нашел. Да я тоже. Я уже даже дверь открыл. Надо же. Ой. Кто это такой выполз? И я сдох. А где желтый ключ? Ну, можешь попробовать поискать по карте. Не, ну серьезно, это... Если глянуть на карту... Не, реально, ну ребята, оцените. Это такой бардас. Я даже не знаю, как в двери пройти с пунктом. Бомбяч. Оп. Так, подожди. Опа-на! Я жжет. А мне зеленый. Прелесть. Так. Вот это уже реально жестко. Мне начинает немного, но нравится. Собачки бушуют, говорит Тиморол. Фига себе, породистые. Да. Алукард добавляет варлоки и тут, и там. А, варлоки и там, и тут. И в Хексине еще. Ребята, пару по порозию металла я слушал. А? По порозию металла слушал. Ты значит говоришь. Что ты говорил? Тут, там. А. Варлоки, тут варпоки, там. Варлоки. Варпоки. А, ты, блин. Ты, блин, варпок. Дьявол, блин, дьявол, да.
Диана, я не на это нацеливал шутку. Ну ты не на это, а я... А я просто. Впрочем, кто про Фому, кто про Ерёму, а я в баньку пойду попасть. Ура! Ой, ядрён, потом уже... Так, все, стоп. Где лук, где зеленая дверь? Вот, лук. Надя. Стоп, какого хрена? Какого хрена? Какого хрена? Да не один, ты какого хрена? Я что, не взял, блин, ключик? Оказывается. А, кстати, Лёх, у меня, возможно, хорошая новость. Так. Вот, смотри, Рекина. Нет, на самом деле. Услышал только про него, как только жар застримил. А ну что? Игру по ней на SNES. Где зеленая дверь? И где я? А еще синяя дверь, Диана. А синяя дверь, там одни ключики. Ой, кто такой ходит? Кто такой ходит? Мечами махает. Ой, слушай, я уже сразу выход видел. Блин, шапки заколебали, сейчас пойду сейчас покажу, что там. А еще лучше к чертям собачьим, и кстати собачьим. Не знаю, лучше ли это будет или хуже, чем жрать микрофон. Да еще живьем. Жрать микрофон живьем? Микрофон. Привет, колдун. Пока, колдун. Блин, больше мы с тобой не свидимся. Блин, как башка уже на уровне кружится. Help. Так. Где эта дверь клятая? Подожди. Да я сначала сам выйду из этого. Я расшибусь сейчас уже тут. Стой. Стоп, какая дверь? Ну, пожалуйста. Карта хорошая вещь. Так, стоп, а у тебя какой ключ? Зеленый. Зелененький он был. Блин, я ж тут проходила недавно. Ну, ну давай я тогда выползу вот туда, плюс сюда прямо еще, если плотвору не упадет. Вот, бери синий ключ, что ты морозишь. А, вот оно. Вот оно. Это дело. Стоп, а на этом уровне интересно секретный выход на 9 уровень. Хотя я думаю, ты долго не протянешь. Особенно с ним. Нормально, стою, мороженое кислот. Нет! Вот она! Вот она, рыба моей мечты! Так. Так. Какая новость? Рой, ты говорил, что кормишь сестру? Чего же она у тебя на микрофон облизывается? А это... Так вот. Это экзотика для меня, микрофон. Не каждый день микрофон. Ну вообще, фильму смотреть можно говорить. Про Варлока, она очень забавная. Да и в игру поиграть игра лучше. Я на Sega Mega Drive играл только фильм, вроде бы смотрел в детстве, но вообще не помню о чем. Да, вот сколько я уже, блин, пересмотрел. О, прелесть, у меня два самоубийства. The Ice Grotto. Не, походу на этом... Носки тебе в рот, то. Походу на этом уровне. Вернее, на том уровне был секретный выход. Вроде... Вот, меня вот этот уровень со льдом, вот этот я помню! Да... Мы его скипанули, когда просто так играли. Кстати, они... Какая пара? Их уже там две пары, а то и больше. Боже мой. Так, Ликвейдер пишет, о чем кино? Про злого колдуна, который путешествует из прошлого в будущее. Про злого пердуна. Чтобы начать конец света.
и друида, который хочет восстановить. Продолжение про то, как Эджит Колдун пытается уничтожить нового друида до того, как тот станет достаточно сильным, чтобы его остановить, или что-то в этом роде. Это так же эпично, как бы Вобла пытался отобрать у меня пиво. Диана. Да это уже не очень к месту. Я, конечно, все понимаю, что тебе нравится Давыдов, да, но... Не, даже не больше поэтому, просто фраза прикольная. О боже. Так, идея на ха... О, смотри, тут чертяка летает. Давайте. Спокойной ночи, чертяка. Сладких снов. Извини, подушки у меня с собой нету. Опа-на. Вот теперь тут точно игроков заносит, как... Троллейбус! Да, как троллейбус. Троллейбус, блин. В снежной пустыне. В общем-то, да. Привет. Я не уверен. Ключ есть? А если найду? Может, найдешь, откроешь дверь. Понял? Да понял, сын, а кого-то батон крошишь. Совсем батон. Хо-хо, рюкзачок. Спасибо, я люблю модные рюкзачки. Я рюкзак. Так, стоп, походу это лава, да? Так, и у меня тут леталка и... Тыц. Ключик, тыц. Ладно, думаю, третий эпизод по сравнению с этим будет вообще морковочкой. Ну, не очень так, чтобы морковочкой, но тем не менее. Здесь парелам придется немного отреспауниться. А, ого, отдача. Куда меня занесло? Ребят, я на подоконнике ночу. Да. И, кстати, вы практически подохли. Так, сейчас это у нас. А теперь отходи. Так, стоп, оно не написал, что мне тут фиган было. Значит, колдун забил. Ой, тебя колдун забил, отлично. Вообще. Новый блокбастер, забитый колдун. Это как унесённый ветром только. Ой, пушка! Так, пушка? Да. А сейчас берём и разбираемся с колдуном. Ом-ном-ном-ном-ном колдуном. А, я его. Тер-тер-тер-тер-тер. О, боже. Солнце вообще тебе пишет, что я даже не успеваю прочитать. Так. Ого, боже. А теперь, оказывается, еще и реплоид. Так. Блин, Тайл, ты мне жутко напоминаешь реплоида. Видимо, дело в акценте. Да-да, похож. Так. Это отличный совет. У меня акцент на грузинский. Я даже не знаю, блин, что с ним сказать. Эй, Люша, Яра, давай подходи, мы доигрывать будем, эй. На кого ты батон, короче, знаешь? Чё вообще попух? Не, ребят, ну вы видели, наркомания. Просто жесткая наркомания. Мама, марихуана, ты ее не трогай, не бери ее. Что там в этой песне пелось? Что там в этой песне пелось, которую я, кажется, давным-давно в детстве слышал и никак не могу вспомнить больше. Где? Моя... О, прелесть. Моя прелесть. Как-то мы почти одновременно это сказали, слушай. Ладно, хотя бы не надо ползти за этой хренью. Ну, ладно, иди набирай пока арсенала, я тут
это ногой он мне. Нока толкал. Ногой. Ногой и рукой. Ой, боже, точно, я вспоминаю. Это тот самый уровень с домиками. Мы тут застряли. Ребята, мы тут застряли. Спасайте нас. А. Господа, подайте что-нибудь на пропитание. Бывшему... Господа, счет будущих стримов. Подайте что-нибудь на пропитание. Бывшему депутату государственной думы. Дай угадаю, ты закидаешь. Ну, естественно. Кинешь на меня, я иду, как ты. Я кину тебе сейчас пожалованный микрофон. Пожалованный микрофон. Я же говорю, уже на матч посижу. Уже так. Ох, 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 ты прикинь, тут... Стоп, секундочку, что с тобой произошло, пока я отворачивался к монитору? А-за-за. Я такое ощущение, будто меня, блин, хаос сдувать было, что-то в второй деле. Или меня грохнул кто-то. Эх, короче, тут спрашивают. Ребята, вы еще до сих пор играете в Херетика, а то и тут на час отходить. Ну, ребят, как-то... Ну, да. Это тебе не Call of Duty. С пропускаемыми сценками. И непропускаемыми тоже. Тут все сразу где экшен, экшен, экшен. Хотя я не надолго не играл, так что... Экшен. Ага. Экшен. Так, ну что, ты будешь ложиться спать или нет? Давай, во. Его даже раскрошило. Походу сильно встал, бедняга. Ой. Господи, эти монстрики. Изыди, демон, я тебя сейчас... Такие умилительные, когда ты их вкладываешь на пол. Чуть не сказал, в постельку. Ах, ах, эх. Да, так, 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 так. У вас там барабанная перепонка, для нас еще не полупаемся. Так. Ха-ха, практически всегда слышно. Практически. Ну-ка. Стимрал тут даже процитировал Жену Моншпа сижу. Жену Моншпа сижу. Это все благодаря дужу. Ля мух дужу. Да. К сожалению, я французский знаю только со словарем. Хотя вот так вот. Более беде в нем разбираюсь. Ну, а я пошла потом сюда. Да, кстати, да. У нас в последнем классе вообще уроки французского практически не проводились. У нас контрольное говорение, никого не спросили. Это что так? А. Господи, боже мой. Может, в этом ребенке может как-то рядом. Ёкаламане. Да, походу, слышат. Я вообще звук сделал практически на минимум. Диана, у меня есть отличное предложение. Это, конечно, будет читерство, особенно со стороны зрителей. Ну, давай скипанем этот уровень, а? Раз мы его на репетиции не смогли догнать, как пройти. Если это вообще можно назвать было репетицией. Ну, ребят, разрешили пропустить, если мы там 2 часа ладно. Стоп, хорошо. Подожди, стой, сейчас дождемся, давайте пишите. Диана тут. Тут 2 человека, сиди только кого спрашивать. Ну если бы 2 человека сидело, то спрашивали. Кстати, 24 человека сидят, смотрят. Самые стойкие. Было сколько, 25-27? Ну что, разрешаете? Так, походу. Ребят, мы же так закончим быстрее, знаем, что вам... Вам уже этот стрим надоел. Говорит, да-да, слышно. Так, вторая Долонор, просто выбрала. С Аленой играл. Вообще редко встретить современную девушку, знающую Ильфа и Петрова. Ну, это, в принципе, коронная фраза. Я золотого теленка больше ждал
вместе со стульями. Особенно запомнились эти пикеты. Вы слышали? Ганди приехал в Данди. Ганди — это голова. И Данди тоже голова. Это из стульев. Ладно, разрешаем. Нам Колян дает разрешение. Секрет. Так, стоп, это четвертая карта. Да, это четвертая карта. Взял меня на стрим, я сижу, вою, что неплохо. Замечательно. Ой, блин, катакомбы, это же мой любимый. Ну, как сказать, без кавычек. А теперь, как я его в прошлый раз прошел. Ой, боже, боже. Да, кстати. Кстати, ребята, я так в прошлый раз и прошла. С криками, но быстро. Ну вот бы так все уровни проходить с криками, но быстро. Может бы мы Михалыча побили в этом отношении. Ну как? Не его самого. Сама понимаешь. Он же сам прошел 3 эпизода на ультравайленсе. За 4,5 часа. И ты мне сказал, чтобы я сейчас это мне вызов, что ли, да? Ну давай. Покемон, я вызываю тебя. Ты. Я пошел открывать дверку. Если я тут добью эту хрень. Вон отсюда пошел. Да не ори ты! Может, мне надо подальше отсечь? Отлично. Походу, мне придется заклеивать наклейку пластырь. Ура! Я заходил. Сейчас я добью какой-то, кажется. Или нет? Во! Вообще. Что это было? Вообще. Я иначе не могу это описать. Это просто вообще. Так, подожди. Так, а дракор там еще ходит? Да. Дракор там еще ходит. Обидно. На. Стрелка дайсы. Стоп, у меня было все здоровье случайно. Диана, у тебя присмерть очень дописать. Так, стоп, походу тут. Походу тут безопасная мечта где-то. Ой. Не, я имел в виду выход отсюда. Ну ладно. Выхода нет. А выхода есть, их ты. Лютейший. Взял кольцо. Это реально было кольцо взялось, да. Ребята. Это я его пришиб просто. Блин, а я хотел. Так, сюрприз. Откуда у меня это? Откуда у меня это? Ну что ж, я его быстро, во всяком случае, завалил. На. Поешь свинца. А, стоп, у меня свинец. Слушай, я походу сама умная. Офигеть, у меня свинец кончился. Ну, придется теперь ему жрать этот микрофон, который я сейчас...
несу, который Диана сейчас несет. Плохая реклама такая сделана. Да, реклама. Это снеговик с винтовкой, девушка, пожрающая микрофоны. Снеговик. Наши песни реклама. Снеговик с винтовкой и девушка, пожирающая микрофоны. Более упортого я запрепил рекламу, Моджа вроде как не видел. А может и видел, я не помню. Или вот этой старой рекламы Skittles. Хотя нет. Жри Skittles с Рей Радугой. Это? Не, там совсем другое. Доем жирафа Skittles. Там дело в том, что в России в давние времена рекламировалось мороженое Skittles. Который изнутри был зелененький, а снаружи красненький. И там показывали, как везде красные цвета меняются на зеленые. Со слоганом. Этот красок карнавал. Красным был. И вдруг зеленым стал. Давай. Мы должны затащить этот уровень. Мы должны затащить этот сраный ул, да. Какая-то друзиха все-таки. Ну ладно, давай, я с тобой. Да слиняйся! Пробку сдавай! Вообще. Как у тебя после Санта-Клауса голова не кружилась, интересно? Тут, я же привыкла играть на мертвом. О, слышно, вот мой мусор. Так. Данди, это как... Ха-ха-ха, надоело немного уже. Так. Ха-ха-ха, надоело немного уже. Это в смысле, что? Уже никто не хочет, чтобы мы... Мы очень скучно все стримим. Я это знаю. Блин, пророк Ванга. Говори правильно, пророк Ванга, который пожрал микрофон. Так, че здесь? Половину игры прошли. Но и один уровень пропустили. Уже рекорд по сравнению с нашим предыдущим прохождением. А что у нас предыдущий черепахи? С предыдущим прохождением херетика. Ой, слушай, это курвы, кстати. Отлично. Микрофон полежит за штуку. Блин, и еда, и расческа. Скоро до спиночесалки дойдет. Нет, вы стримите не скучно, просто сама игра немного однообразная, если уж совсем на чистоту. Что мне сказали стримить, то и стримлю. Диана, ты сама согласилась? Ты предложила, что делать. Послать я тебя не могу. Кто мне жрачку готовить будет? То есть тебе не нравится? Не, нравится. Ну просто у меня отхилить голову болит. Ой, отлично. Я же я играю на мертвой мышке вечно, тут. Может я что звезды из мышки поменял? Кооператива? Да каких угодно. Каких угодно, хоть Сэма, хоть Фема. Серьезно, Сэм. Можем в село вдвоем поиграть. Ноу! Это же микрофон же. А, он смотрит. Тайл, ты жрать готовишь? Это, блин. Да. Припахиваю. Сказали в приказном порядке, ай-яй-яй, да ладно вам, не переживайте, поверьте, вы не видели настоящего отстоя. И настоящий отстой это не вы. Спасибо. Пейнкиллера давайте. Ребята, может серьезного Сэма потом? То, что у тебя ребенок в раю.
Я уже ролился, блин, прочитала. Блин, я еще микрофоном шишку поставила. А, да, кстати, это у пионера ребенок. О, поздравляю. Я его уже поздравил, кажется. Так. Ну шо, я не знаю, добиваем этот эпизод или... Спать? 21-27. Да, в зале. Так, мне кажется, что шоу мозгу он. Ребят, ваш голос. Я посягу на микрофон. Ваш голос. Так. Лёха старший. Кто из вас старший Тайл? Я старший Тайл, младший Тайл. Младшего Тайла нет, я стрелка. Где младший Тайл? Черт подери, где младший Тайл? Я его найду и задушу, чтобы я был единственным. Да, говорит, да играй, ничего. Так, ну... Ладно, давай я тогда тебе. Тебе еще свинешь мышки на самый минимум. На самый минимум ты будешь, блин, поворачивать, как я на джойстике, ну... Ладно, все равно респауны есть везде, так. Маус спит. Почти на самой серединке. На тебе! Ребят, я просто мушку убивал, не обращайте внимания. Это каждый раз. А как хотела убить комара, вообще Лёху тапком навернула. А как монстров мочила, так я спокойненько. Так, ну я сбил вроде как чувствительность мышки, давай посмотрим, что из этого получается. Блин, стрим под угрозой стрима. Срыва. Срыв под угрозой стрима. О, теперь хорошо. Слава богу, что тебя не крючит, как морской болезнью. Не, у меня вообще... Знаешь, после того, как я свой последний звонок пропраздновала, и 2 часа на карусельке покаталась, мне до сих пор грустно. Да. Кстати, ты уточнишь, что именно пропраздновала? Народ же твоего угарного видео не видел. Может подумать, что ты принимал какие-нибудь горячительные. Ну, если сока минералов, это горячительные. Ну, нет, даже сок не пила. Ну, чай пила. Это очень даже горячительно, особенно с водкой. Диан, ты тьмо? Кто не пьет чай, то тьмо. Слышь, ты тьмо! Заметь, у нас так ковли. Ядрён карпун! Валим. Катя, валим. Ой. Марсель. Еще один труп. Так, я только сейчас понял, что тут особо и не разгуляешься в плане оружия, по крайней мере, в самом начале уровня. Дайте лук. А я серага. Дайте лук с яйцами. Слушайте, что я с морозом? Я нашла рога на своем голову. Кстати, Диана, хочешь загадку эти? Я лук нашла. Так, кстати, да. С луком, с яйцами, но не яичница. Яйца. Как вариант. Ну, на самом деле, отгадка в этой хрени, знаешь, какая была? Сказать, но как-то не хочется. Робин Гуд же. Я лигала, хотел сказать. Машка ведь простит. Ты ей кинешь этот стрим. Нет, конечно. Я предлагала им сегодня, мне говорят. Если бы мы эту игру жрали, посмотрели. Ну и слава богу, уже не смотреть. А бывает наоборот, вот смотришь игру и думаешь, о, я хочу. Смотри, какой замечательный ключик. Ключ рогатый. А-за-за. Шик! Хотя бы шум продолжается. Меня это уже радует. Так, тяг, чё? Меня пугал, да. Так,
А, желтый ключик у тебя уже есть, отлично. Палка с каской на ней натянута. Не, реально, мне напоминает какую-то палку, на нее каску натянули. Еще круче. Это кулак, на который натянули каску. Фактически это на самом деле так. Нет кислоты. Ну прыгай теперь, чё. Я улетаю. Поехали. Пиу. Пи-пи-пи-пиу. Пи-п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 и
самой, самой Адилова. Годзилова. У меня зеленый. Поздравляю. Сейчас я только это... Эй, злынь, обнимайся, а чё? Нарнамус. Так, куда я попрыгала? Ой, смотрите, рюкзачок, патрончик. Ха-ха-ха, я летать умею, пожалуйста, не буду. Ладно, можешь летать, можешь летать, но тебя все равно гады гулять будет периодически. Кстати, хочу тебя поблагодарить, завтра встанет, дай бог тебе. Прокляну! Да уж, какая глупая смерть разбудить меня в 6 утра в воскресенье. Да господи, тебя-то разбудить не страшно, все равно. Проверено. Догонит меня кирпич, давай, давай, со своей палочкой. Давай, давай. Палочкой, пихалочкой. На тебе! Так, ладно, все. Ребята, типичнее не бывает. Да у меня тоже клещ есть, могу рога. Типичные разборки. И сестра бегает за братом с палкой и с остальными наконечниками. Диана, бери глубже. С палкой. Деревянной. С остальным наконечником. И на электризованные. Обратили хвостик. Это у меня сильно рогатая винтовка получается. Ну, это что, девочки из 15 такие носят? Ой, мама, тут же голова. Затолкаю к черту! Рутман, где твоя голова? Моя голова там лежа. Блин! О, точно. Робин Гуд, наверное. Ура, я угадал. Объявите, Леху еще припослаждать, то есть, конечно, ведь я царица. А он всего лишь мэром. Так. Великий коридор! Давай ты помнишь этот уровень более. Да, мы тут наворачиваемся на этой. Ну ладно, я побежал в далекое будущее. Я прыгнул в далекое будущее, походу. Так, надо бы сконцентрироваться на том, что... Включите контакты, это... Сначала правый канал. Контакт! Походу это нам надо самолет заводить. Ты знаешь, контакт! Есть контакт! Да я подключена, Тыц. Боже мой. Коротко и ясно. Давай в мене. Когда же уже нам наконец дадут подводному городу пошараться. И я надеюсь, игра не глюкнет на этом самом. На Минотавре. Все жизни перегнулись, все жизни, блин. А я тут это загнался и бы...
Я даже не могу пробраться наверх, офигеть. Привет, пап. Так, наверное, придется немного пропалить рабочий стол. Раз уже люди жалуются на чпоканье контактов. Диалоги. Отключить звуковые уведомления. Нормально. Эй. Блин, у нас знаток контактиков просто. Опа! А у нас Legacy накрылся. При попытке выключить. Что случилось? Да я пытался чпоканье контакта выключить и... Legacy накрылась. Ладно, по барабану. Начинаем этот же уровень. Без оружия. Как только Диана придет. Там уже Малаев рассказывает папе про то, как она там веселилась со своими друзьяками. Тот, кто снимал это видео, забыл, где у телефона находится верх и где, а где низ. В итоге так все видео и отснял, блин, вверх ногами. Крутяк. Хреново. Так, дек у вас обоих по микрофону есть? Ой, стимарол, да, есть. Я даже разветвитель специально купил, чтобы нормально миксилось. У Дианы настольный микрофон, а я через гарнитур сижу. Блин, который уши просто зажимает. Хреново. Вот поэтому гарнитур у меня буквально на шее висит. Ух. А считайте, что еще одна рекламная пауза. Так, зато тебя слышно норм. Ну, спасибо. Когда мы с Дианой Санта-Клаус and Trouble слышали, я вообще к ней стоял. В близости 1 или 2 сантиметра. Горланил прямо ей в микрофон. Ну, теперь я немного подумал над тем, как пофиксить эту проблему. И вот результат. Я сижу с гарнитуром, она с наушниками без микрофона. И отдельным микрофоном. Столовым. Ну, столовые микрофоны, отлично. К слову о пожирании микрофонов. Столовые микрофоны. Это как столовая ложка. Или столовая соль. Так, что там на Дэйфи пишут? На долбаном. Ребят, вы это если чё... Если захотите у нас мор, еще больше стримов.
Мы постараемся некоторые стримить на Дэйфе, но больше все-таки попробуем перенести на Солянку. Сейчас. Так что если еще Френтис, я не знаю, там, ищите группу ВКонтактике. Поскольку Серку, насколько я понял, жестоко кинули. Ну, на Дэйф мы будем периодически приходить. Народ радует. Стримы раз, два, три месяца. Диана, у нас еще все лето впереди. О, это да. Та-дам, та-дам. Не, можно та-дам. Потому что я его наизусть знаю, где секреты, где все. О, можно, можно. Крутого Сэма давай попробовать. Этим... А, фу, да. Крутого Сэма 7 лет играл. Стой, что с чувствительностью? О, охренеть. Оно, походу, не сохранилось. Тут, походу, и громкость не сохранилась. Ну да, вылет. Обычное дело. Так, сетап контролс. Шо, у тебя уже голова болит? Не, я пытаюсь песню вспомнить. Ну, на тебе, пожалуйста, оно так. Как там было? Я хочу по крышам бегать, голуби гонять тебя. Ага. А я хочу опять по крышам бегать. По крышам бегать, голубей гонять. Не, у меня еще, в самом случае, еще по-другому. А я хочу опять ваши микрофоны нажать. Да. Это новый Forced мем. Или просто мем, я уже не знаю, честно говоря, как его классифицировать. Вроде как весело, но, блин. А с чего все пошло? С того, что я реально добавил перед стримом сесть на микрофон. Когда был новый. И с этого все пошло. Эй, ребят, на самом деле микрофон не жевало. Так. Ну что ты там видишь? Прелесть. Меня зажаривают вот эти два драконьера. Я! Драконьеры! Брысь! Жопой свет. Оба даже рукой смели, чё. Можно опять себе корешей поискать? Да, в принципе, жопча тоже давай. Стой, сиди. Так. Так мало друзей, которые сидят. Ну шо, ребят, пишите свои ответы. Оставляйте комментарии. Не, лучше. Заворачивайте в конвертик, отправляйте по адресу. Не говори адрес, он должен быть анонимный. Анонимный. Всем, как ты свои личные подробности раскрываешь, скоро все анонимность. Ну, допустим, никто не знает моего отчества. Никто не знает моей даты рождения, правда? Никто не знает, какой я в школе учусь. Ну да, Алексей Владимирович все знает. Блин. Эй, лось, да ты свинья! Ладно, одну на вторую пропали. Но Леха не знает одного. Сейчас, я посуду сейчас придумаю. А, ты мою самую любимую песню не знаешь. О! Are you ready? Диана, тогда я тут можно перебрать практически до бесконечности. Ну сейчас у меня больше не Айо Рэйди, мы сейчас будем. Ладно, скажи... Тэрэн-тэн. Нет, я не... Поливор за банчный дью. Не, из Магниса выбери мою самую любимую песню. Symphony of Destruction. Фига себе, как я мог такое не отгадать? Это не название песни, между прочим, было. Я же сказал, Symphony of Destruction, блин. Да не она, не она. Ну, хотя с Эрном хреново, норм. Так, стоп. Куда поставь на паузу. А ты пока додумаешься, куда ты прешь. А я пока чат почитаю. Ага, ты уже Алексей Владимирович. Опа, на, у тебя тезка появился. Охренеть, пионерыч.
пионерище тоже у нас Алексей Владимирович. Ну, то... как тезка, он у меня уже как бы давно во френд-листе висит. Ну, что прям Владимирович. Разве что фамилии у нас разные, он Беличенко, я Ярошка. Может, наоборот, Беличенко, я Ярошка. Просто сказал. Ну, с кем я живу? Ребята, стринд-синдром распространяется не только на знание карт. Михалыч, запиши. Если тут еще есть. Это где? Он Еретика проходил вроде как на сингле. Черт, по дереву. Там он сейчас угорает под столом с нашего прохождения. А, у меня желтый ключ есть. Ты Буратинка? Давай, пошли. А, стоп. Я тут уже нажал на кнопочку, только я забыл, что он делает. Три. Так, может на складах надо пошарить? Вроде как там дверь какая-то открывается. Идите пока, бежите. Кия! Ой-ой, ё-моё! А! На, на, сука, на, сука. Боже. Вообще, ребята, вообще меня оставили. Черт. Эй, блин, я чуть не хотел сказать, гуфнулась. Слышь, оскорбляемая металлистическая. О, ну хорошо, хоть тон голоса поменяла. Ура! Дед, ты это этим скажи. Гори в аду. Так, ну чё? Я теперь... Чтоб меня губники от пьяного метра спасли. Я теперь снеговик Вася беспатронный. Зато у меня теперь есть кредитная карточка. Нет! Мастеркард. А, и опять я... Боже мой. Боже мой. Подходи, давай, ну. И тут голова. А вот он! Походу он... Так, все. Сейчас он капец. Сейчас он капут прыгает. Придет. Придет. Подожди. Подожди, дай я патрончики позабираю. Ладно, тут. Ура! Ой, смотри, я тут столько водички вижу, правда, мне тут придется ее самому себе 8 купить. Ладно, если ты серьезно, то давай. Давай тогда сейчас. Сейчас опал, наверное, пить хочу бы с вас возьми. Ой, господи. О, как раз отлично возможность почитать чат. Я вообще-то сказал Ярышко, только что-то... Наверное, обрезалось. Сейчас это сын. Ох, лол, Легаси. Да, это Легаси. Так. Рыц. Я вернулась. Как никто. Я вернулась лет на 100. Ну давай, лет на 100. Если на 100, то давай, изволь, 4-й, 5-й эпизоды проходи. А голова у нас болит. Нет, голова. Рот, где твоя голова? Моя голова там. Чтоб у него все мандаринки с косточками. Ой, боже. У меня яйка была, оказывается. Вот никто с них не слушает, это печально. А может надо было просто пролистать наверх, поставлю паузу или что-то там. Я сейчас посмотрю. О, господи.
Так, давай. А, стоп, подожди. Если в обеих и солянке, и в ДФ солянке даже вообще. Опа. Она не светит, типа почти мир. Давай это я выкладываю все в одноготную. Но положим, что Владимирович ничего не значит. У нас с братом разные отчества и фамилии. Разные отчества. Так, походу. Походу у тебя мачеха была. Или что там? Не знаю. Колян. Ребят, на серьезно ответьте, из вас кто-нибудь слушал или слушает и сидите, а то. Ты Мегадес. У меня корешей таких практически нет. Сейчас дядя в депрессию пойдет. Буду расстреляешь. Ладно, не выкладывайте, она нам еще для Минотавра пригодится. Шучу. Да. О, тут голова. Стоп, у меня хаос девайс был. Стой, у меня хаос девайс был. Какого черта, где голова? Охренеть, у меня хаос девайс был. Все это время, я думал, у меня бомбы выпало. Вот что значит играть в херетика под Легаси. В Думе бы такого не было. Козлы! Походу зеленые двери, хотя я не знаю, что это. Где зеленые двери? Да рядышком где-то были должны. Так, ну это замечательно, куча патронов, сами пушку. Не спускайся, мать твоя. И походу я подобрал максимум патронов. На царь пушку. И меня холопский лифт. Бедный микрофон. Он уже практически третье лицо на нашем стриме. Хороший микрофончик. Так. Я ему ёжик, шапочку. Блин, куда бежать? Скажите. Скажите, зеленая дверь, мать её. Блин. Диана, у тебя Google Maps есть? Давай поищем. Слушай, с парнем я быстрее, чем ты поднимешь. Ну, разумеется. О, это место. Это место. А то у меня теперь царь-пушка есть. Я тоже царь-пушка есть, если бы. О, она у меня есть! Да, так, давай включай карту. Так, фаул. Так, а где я нахожусь? А, здесь, все. Пошли. Не-не-не-не-не-не, ребят. Блин, ты с мышки играешь или тракторишь какие-то? Мышка тут. Да точно так же, как на самом. А ты просто разверни стрелочку на этот самый, на 7. Так, ну, вверх включай. Артур, я не знаю, смогу ли я за тобой следовать или нет. А, ва-ва-ва. Мы тут были? Эх, а, тут ключ. Наконец-то ключ есть. Ладно, я тебя подожду, наверное. Ну, извини, мне, честно говоря, вон ползти, тебя догонять. Мне еще выйти пойти, да, чтобы вот это так, в трех соснах заблудились. Где я? Походу на этом самом. Так, задний ход. Задняя передача. А, я что-то. Диан, ты помнишь, где это? Ты помнишь замечательно, где это? И без помощи автокарты. И разгон, набираем, бегаем. Открываем. Так, отлично, открываем. Пожалуй, шуй. Опа-на, ала. Не
есть. 51% убийств, 54% айтемов, 50% всех... Ё-моё, это что, я тебе принял? Так. Так. Читаем. Если ты же не совершенно не берёт, это воспроизвёл ещё одно. Вот, то дети будут с водными братьями или сёстрами. Вроде так же, если не так, то ЭХЗ, как они тогда называются. Так. Блин, жаль... Бубарака говорит, блин, жаль, в новой версии порта не сделали худ для верхнего игрока, и при выборе карт порт вылетает в 1.45 бета-1. Карта у нас 1.45 бета-1, или старше, я уже не помню. Ну блин, они действительно как-то зажали тут. Тетя Ася приехала. Да, порталы хаоса. Полетели. Ой, я уже сразу за пушкой. А, шизеть. А, вот это. О, такой образ. Надеюсь. Спустя 3 часа. Спустя 3 часа. Давай, давай, не спорил мочи. Давай, 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 давай. Давай, слушай, давай. Я пойду направо. А я налево уже пошел. Это спокуха. А, драконий. Драконий припёрся. Сейчас я буду собирать всех врагов. Это Корвус теряет все 100% здоровья при хоть метровом. При хоть метровой дистанции от бомбы. А этот гад при метровой дистанции от бомбы даже половину урона не получает. А может и получать, я увидел. Ну ладно, за ним следить. Ой. Какие же вы доставучие. О, смотри. Бубарака вспоминает. О, ща боссы, ща боссы. Привет, голова. И сразу же до свидания. Ой. Я что, тебя бомбой прибил? Нет, я его бомбой прибил. Если мешать ЛСДС аналогином, то головная бомба не тихо. Слушай, было бы эпично. Особенно под метольчик такой, типа эпидемии. А, тут... И черный раб, ты обречен. Так, ну что теперь, на юг полетели, я надеюсь. А, стоп, у меня все... У меня большая часть оружия. Отлично, yes. Вот она рыба моей. Значит, мечты! Можно просто мочить эту рыбу. Значит, можно просто мочить эту срань. Не, особо ни о чем не задумываясь, но так периодически стрельца от его молоков, как сейчас. Ай, приветик, давай я тебя сейчас стюкал. Я на него отюзал царь пушку. Я на него до того отюзал царь пушку, что у меня... Церковка просто бомбанула. Я походу смертельно. Я его угробила. И это ультравайленс. Стоп, по-моему, там больше мастерков появлялось. Так, могучие молотавры. Оказались совершенно слабыми против тебя. И... Меня вы слышали. Да-да-да-да-да. Их дымящиеся трупики разлагаются на земле. Так, и... Эхо. Пока ты ощущаешь... Ну, пока ты, короче, ощущаешь какое-то чувство дикого небольшого садизма. Что ты их уничтожил. Короче, проходим через ворота. И там ларёк с пивом.
Да, прогон через ворота, там ларек с пивом. Вдруг внезапно темнота. За нами какой-то адский ржач. И в итоге мы осознаем, что попадаем в вот такой вот подземный город. Подводный, красивый. Подземный. Фу, подводный. Я знаю, вы всех их делаете. Спасибо за поддержку. Да, спасибо за поддержку. Мы не сразу это прочитали, извините. Так. Ну что? Ой, господи. Что это? Мне нравится. Так, как бы оно теперь не... Нет, это сразу же перезапуск Legacy. Извините. За то, что мы уже третий раз, блин, перезапускаем Legacy. Я микрофоном играю. Что, сейчас будем коопом в микрофон играть. Ой. ГГ, полетели. Ну. Она... Замуровали! Замуровали демоны! У тебя дверь открывается. У вас дверь открывается? Так, и сразу мне надо хватать перчатку, потому что там дальше будет немного жестковато. Кощей глушить сразу надо. Кощей, в спукалке. Ты смеешься, это надо... У тебя же, блин, сверхчеловеческие скорости. Зря же, блин, на движке Дума сделали игру по Сонику. Я в какой-то туалет зашла. Туалет? А, это... Это это. Если следовать этой логике, то с туалетом и выше. Так, и тут еще есть целая куча секреток, которые, впрочем, не будем особо вдаваться, с бегусь. Эй! Господи. Бери! А ты взяла себя? Взяла. Развалился. Полетаем! И никакой суперклей теперь его не восстановит. Леха, Леха, клейте или на сопли, или на живот. Или на скотч. А, ну тогда. Полоску. Скотча можно не только клеить, скотч можно еще и пить. Прикинь, какая польза. А. Так, вот тут новые враги появились. Знакомьтесь, офидианы. Или офидианцы, я не знаю. Ну, сбей. Мне вообще послушал, где он. Так, ха. Ничего, бывает. Бывает. Ой. Бывет. Так, бывает. Вспомнила прикол. Ты пьяный? Нет, ну, это... Да! Так, короче. О! Склад мы прошли. Что там у нас дальше? Цеспул. Это явно не про шашки. Я уже не помню, блин. Тут вообще такие экзотические слова используются, которые можно услышать. Наверное, раз в пятилетку. И то, если играть в Херетика столько же. Ну, здрасте, я уже сразу сдох. На тебе. На тебе. А ты опять сегодня не пришла. За это ты вообще ходить не будешь. На
насчет Янного. Не. Насчет Янного режима сна. Ты меня на рассвете разбудишь. И по морде за это получишь. Ты кто мне разбудил? Я еще назвал, а потом голосом слышу. Видите, я Господь Бог. Практически. Сплю себе, никого не трогаю, слышу голоса, открываю глаза, никого не вижу. Слышу голоса, понимаю, что меня накрывает мамбуной, встаю, вижу и буду. Я идеальный наркотик. Да, потом я так и делаю. Голос, голос выше говорит тебе вставай. Мало, а у тебя, Диан, мало того, что был голос выше, так еще и рука Бога, судя по всему. Это так просыпалось уже. Не сопи. Да-да, я его. Так, стоп. Я уже забыл, какой я ключ взял. Походу, вернее, я забыл, брал ли я его вообще. Короче, я тормозю по жизни. Ой. Не, мне таки надо его положить, мне таки надо его положить. О, положил. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это я не очень удачно зашел, я смотрю. Да, ты не то, что... Ой. Жорж. Жорж, как его там, Милославский. Ты совсем не знаешь, что ты шумно. Так. Я чё тут? Зелёный ключ вроде как лежит. Отлично. А теперь валим! Валя, катим. Ой, кто тут? Подожди, Диана. Ты пропустила дверь. Так бегала бы порыть. Да вот я тут рядом с ней стою. Жду тебя. Кукую. Сидит, втыкает, в обстановку вникает. И где ты? Ну ладно, давай, раз уж монстров пока нету, карту. Может, надо было цвет выбить даже более. О, вот я, вот он я, поворачиваюсь. Ты карту выключи. Вернее, выключи. Это по версии играйте. Ой. Бубарак, слушай, я. Нас тут глушат! Слушай, я забыл, но вроде как. А, не, точно. На предпоследней версии. Как ни странно. Которая не бетка. Которая как раз таки казалась стабильной версией, но при этом умудряется вылететь. В софтверном режиме. Пару раз, по крайней мере, умудрялась, да. А я уже около бочек. А, блин, тут дофига бочек. Ты не определишься. Я вообще-то уже зашла. Да, я понял. Ты же сама сказала, что вот я нашла дверь. Логично, что ты в нее зайдешь. Имею при себе ключик. О, щит. Вообще-то это томик мощи. Или силы. Что? Домик мой, милое название. Чтобы мне в новом костюме на жвачку сесть. На, ну, блядь. Все же... Сейчас кого-то... Что ж вы так долго умираете? Я огнеметчик. Вот он, пожалуйста. Первый в истории видеоигр огнемет. Который, в принципе, даже не огнеметчик. А, так, ну, считай еще 6, если ты умудришься на секретный уровень попасть. 6 уровней?
Ну, если думаешь на секретный уровень попасть, думаю, ты сама сосчитаешь. Я баран. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. И ты сдохла. Да! Ну, ладно. Всегда можно, блин, прийти и взять по новой. Лагань. О-о-о-о-о-о. Короче, не кричала, я опаная. Да и я как бы тут еще про... что ты делаешь? Куда ты меня упихиваешь своими фенчиками? Ну что, готовы? Вы готовы, дети? Да! Развалилась. Да, походу 1.42. Версия. Doom Legacy. Так, The Confluence. О, этот уровень. Диана. Шутен. Шутен. Это что? Это что только что было, извините. Как головоньки, не бобо? Я да. Что там болеть? Ладно, побежала вперед на светлое будущее. А ничего, что у него может быть дефект аппаратуры, не? О, ключик, ёльтый. Да жёлтый это ключик. А, хорошо. Значит, я... О, у меня тоже книжка, оказывается. У меня зелёный. Отлично. Хотя... На. А ты откуда взялся? Отлично, может здоровье высасывать. Да все, я болчу. Граф Дракула наш кумыр. Граф Дракула наш кумыр, пусть он не всегда в кону. Черт, кто меня зажимает? Так, ну, не знаю, может ты пущик? А, блин, точно, у тебя еще ключа нет. Нормально. Пошли. Ведь. Ну, чё? Так, вот это мне уже не очень нравится. Ну, хавали. Ступерделка. Так. А ну, да я попробую вылезти из фонтана. О, я вылез. Где синяя? А, синяя в зеленом. Тоже спина. Да, на этой карте уже так. Эту карту уже практически пролетаешь. Ай, походу. Мало того, что мне мочи, так и еще. Да. Где ключик? Синий. Подожди, я ж тут рядышком еще. Ай. Да нет. Мы одинаково бегаем на самом деле. Просто я руководствуюсь немножко другой тактикой. Монстров покромсать. Бля, у меня нет зеленого пути. Да уж. Ой, а кто тут стоит? На. Кто тут стоит? На.
На-на-на-на, тысяч-тысяч-тырыщ. На-на-на-на, тысяч-тырыщ-тысяч. На-на-на-на, тысяч-тысяч-тырыщ. Тырыщ. Тырыщ, тырыщ, тырыщ. Так, факел. Ага. Стань пуфа. Прелесть. Так, а что у меня из арсенала? А из арсенала у меня вот это. Ух ты, я полный здоровья вообще. Я как бы дверь открыла. Вот куда я забрел? Поломок. Офигеть. Не забыл вообще. Так. Еще нормально. А нету у меня клешни. Ты краб. Фукин краб, думаю. Ой, смотри, куда я сбегали черкизы. Вазочка с цветочками. А, все. Игра в Дракула. Да. Ой-ой-ой. А Кастельманию любишь? Лазур. Лазур на фортете, блин. Так, что-то смутно вспоминается. Это ту. Фак. Знаешь, у меня такое ощущение, будто на каждом четвертом уровне, на самом деле, секретные выходы есть. И два из них мы уже, как в прошлом прохождении, проворонили. Может, они просто вопрос не услышали. Ребят, мы вас закопаем. О, стоп, у меня леталка. А я думаю, что-то высота подозрительная. Большая. Большота подозрительно высокая тоже, да. Ой, что это открылось? А это рога. Рога открылись, да. Ну, я понял, так чуть-чуть без мышки. Четыре уровня осилить, если ты не заведешь, значит, не пойми куды. А
или... Ой-ой-ой. На здоровье. При здоровье. Фляжки кварцевые есть, нормально. Правда, у меня и лука нет. Зато и царь пушка. Совершенно случайно. Этот уровень, кажется, будет проходить немного дольше, чем все остальные, что не знаю. Отстал. Это как совершенно оружие. Главное, что потом от спидранинга голова не болела. Прикинь. А у нас желтый ключ уже как бы есть. Я хотел их замусолить уже всех, так чтоб тебя. Ну извини. Куда ты прёшь? Не-не, я это... Ах, хотя зачем я это говорю, он все равно не слышит. О! Переключали. Отлично, это я нас завел, не пойми куды. Аквифайр. Не то, чтоб я садист, но... Берегись.
выкинуло. Сейчас. Я быстренько пробегусь до этого самого. Замочил, да, вот этот. Костей костлявый. Привет. Вот он. Ну, дурень вроде как легко и быстро проходится. Сплю. Я помню, что мы над ним особо не заморачивались. Тебе прям сигналят на этот телефон. Так, стоп. Че? Как я сюда зашел вообще? Ребята. Я же то сюда упал. Не знаю. Ой, я вас мочит. Кто там шепчет в игре таким страшным голосом? Это колдуны, походу. Ну, зашибись теперь. Держи надежду на твой спидранинг. Кстати, мне одному интересно, как... Решетки отчетливо видно, будто у них там воды вообще. Я еще застрял, ко всему прочему. Я не знаю, как, но я застрял. А, так, стоп. Показалось. Замечательно. А, вот же. Я дурак. Так. Ага, это. Без вопросов, без вопросов. Так. Есть, качай. Практически пошел по твоей тактике. Могу быстрее, если бы мне ветер не унес. Логово офигеянцев. Теперь. Скорость можно. О, да, точно. Это логово. Так. Кошки. Наверное, личи. Летают. Ну как не будет запускать? Так. Не без лука никуда. Я без лука в подворотне не хожу. Иди сюда. На. Мой кунг посильнее твоего. Молодец, давай быстрее. Ну, тут такая...
Арава. А я не могу себе никак откопать нормально. Книжка. Ну что ж. Пора. На. Да умри. Даже с книжкой эта палка очень слабое оружие. Так, ребята, что вы за них гоняете? Да, точно. Ну же, ребята. Да. Вот сейчас я кого-то. Вот сейчас я кого-то поджарю. Так, что там? Я смотрю, там есть выход, но дверь закрыта. Отлично. Так, что там у нас? Наконец-то нормальное оружие пошло. Взяла, да? А, у тебя паника. Паника, я понял, сейчас. Ой, боже. Хотя, у тебя там паники будет, наверное, немного больше. Так. Ну, дальше. Что? А, мне преследуют, оказывается. Ну, слушай, мне преследуют. Стойких человек. Да. 20 самых стойчайших человеков дожило до того момента, когда мы дошли до Е3М5. О, господи, 22:36 у нас. Это 2,5 часа мы тут. Практически победили Михалыча, ну ладно. Так, ну что, дальше вместе или я соло, давай. Спать. Давайте, ребят, потом мы лучше от него мне плохо не становится. Плохо становится, когда я пытаюсь прицелиться с этого долбанного джойстика. Ладно. Лицскрин, так еще раз лицскрин. Ладно, ребят. Я смотрю, у нас уже серьезные потери. Как сказать? В плане духа и стойкости. Так что, по всей видимости, на этом и придется нам закончить этот стрим. Извините за такой неожиданный обрыв, но уже больше половины игры прошли, это радует. Ладно, тогда всем
Спокойной ночи и счастливых выходных. О, спать, это уже спать, Ваня. Вы еще микрофон заслуживаете. Вот вам.